Из бутылок, ведер и даже пожарных шлангов в Покровске устроили водную битву. Организаторы говорят, таким образом борются с жарой и плохим настроением. Охлаждали горожан и спасатели. Кто промок до нитки, а кому удалось выйти сухим из воды, знает Дарья Захарова. 4, 3, 2, 1, поехали! Стенка на стенку. Водную битву в Покровске устроили на центральной площади. Анастасия вооружилась детским пистолетом. Взяла пистолет, с помощью которого я и обстреливаю людей. 12-летний Ваня убежден, в водной битве надежнее всего пластиковая бутылка. Я взял бутылку, потому что пистолет быстро ломается. Мокрые с ног до головы. Соню с подружкой по дороге на флешмоб уже облили друзья. И они к нам подходят, нас водой обливают. А потом я успела убежать, а Марину не полностью уже укрыли. 3 бутылки, наверное, 5-литровых. Вот все. В водной битве участвовали и спасатели. Они приехали на пожарной машине, привезли 4 тонны воды. Горожан обливали из бронзбойта. Мы любим обливаться, мы во дворе обливаемся с бутылок. Супер! Классно очень! Охладить участников в 40-градусную жару спасатели доверили Дмитрию. Парень демонстрирует, как работает бронзбойт. Крутим в левую сторону, рассеиваем ближе, крутим в правую, сужаем. Алексею водной битвы показалось мало, поэтому парень устроил себе дополнительное обливание. Замечательное ощущение. Мокрый флешмоб организовали, чтобы спастись от жары. По прогнозам, высокая температура продержится в Покровске еще неделю. По нашим прогнозам примерно 37-38. Ну, это способ охладиться и опять-таки развлечься, потому что у нас в городе мало таких развлекательных мероприятий проходит. Для детей организовали конкурс «Стрельба на дальность из водяного пистолета». Все маленькие участники получили в подарок игрушки и сладости. Дарья Захарова, телеканал «Донбасс». На этом